Всем привет, ребят. Ну что, у нас через пару минут сейчас обновится Battle Pass, и мы узнаем, будет ли у нас новый герой или нет. Думаю, многим это интересно, потому что это была классная идея, затея каждый раз давать здесь героя за минималку какого-то определенного. Особенно для русского сервера это было вообще good. Плюс куча топовых плюх, как для доната, так и для бездоната. Новые скины, ну, в общем, сейчас посмотрим, что у нас будет в следующем Battle Pass. Сейчас я забегу, гляну, что у нас в этом было. 2 минутки осталось. Окей, смотрим. Так, львица я даже не фармил, я хрен забил на него, честно, я на английском только фармлю, потому что лень, столько времени теряется. Так, у нас был здесь Бугич, на 30-м 160 осколков. На первом 120, 160. Так, тут у нас зеленые, фиолетовые до 30-го. Так, потом 160, 20, 220, 36, 10 и 275. Вот так вот. Наверху плюхи для бездоната, конечно, они похуже. 4000 кубков. Такое себе. Чтобы мега. Сейчас посмотрим. Но опять же, тут все сделано для доната больше. Без батл пасса, без дона. Ничего не светит. Так, окей, сейчас должны обновиться акции, и зайдем с вами посмотрим, что же нам все-таки приготовила IGG в этот раз. 4 дня осталось на мишаньку. Да. Поехали. За одной битву гильдии сейчас с вами, наверное, пройдем по посмотрим, что там у нас за противники. Так, и окей, вуаля. Поехали. Феникс, ребятушки, повторка и скин на Феникса. Видите, решили они повториться. Ну, честно скажу, такое себе. Ну, единственный плюс, то что повторно можно будет забрать скин на Фена. 120, 160. Короче, все то же самое, только единственное. Скин, опять же, дополнительно дадут. Вот такой вот, ребятушки, Battle Pass. А так, в принципе, ничего нового нету. 540. Вот такой вот Battle Pass. Battle Pass один и тот же. Это печально. Я хоть гляну. 800. Это топовые противники у нас здесь. Так и хочется против них воевать. Смотрите на эту Махатму, что она чудит. Просто жесть. Еще попробуй доберись.
О май гад, шансливо, ребятушки, как всегда. 97%. В принципе, должны добить, я надеюсь. Ну! 100. Просто на волоске. Ну, с вас, конечно же, лайк. Люблю я такой трэш. Так, что у нас сегодня? Прям противники с дефами? Нифига себе. Нифига себе. И самое главное, чтобы Зефир у нас выбирал чем побольше зданий, дальше уже все пойдет попроще. Странные какие-то у них база. Непонятное совсем. Не для моего Минотавра, по крайней мере. Такс. Позаморачиваемся немножко, значит. Шанс слива, как обычно. Там, по-моему, у него дырка, если я не ошибаюсь. Попробуем через Феникса забежать. Что-то я даже не посмотрел, с чем у меня этот Феникс что-то так слился быстро. Как-то аж странно. Блин, я юнитом не взял. Это печально. Это печально, ребятушки. Это очень печально. Ну, все как обычно. Не, резнуло. Красавица. На третий раз хоть резнуло. Так, 96. Это очень жестко. Ну, чуть-чуть. Блин, 96. Одного залпа нам не хватило. Обидно. Тут, в принципе, никто над битвой гильдии особо не заморачивается, поэтому можно иногда и трешивать. Так, еще этого бахнем. Блин, обидный, конечно, слив. Так хорошо шли. По трешечку. Ну, ничего не поделаешь. Почти именно Таврик добежал. Так, может это сейчас резнуть? Он сразу же хлопнет, если повезет. Но не факт. Поспешил я резать, конечно. А, Детаронин у нас еще есть. Ну просто изи, ребят. Это на удачу было. Так, и что у нас в итоге? 8. Видите, первый самый закончил. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Такой вот Battle Pass. Просто добавили обратно, вернули Феникса, дали его скин. Ну, честно говоря... Печалька и снова печалька. Ну, хотя бы скин соберем до 20, кто не собрал. Ну, а так, как видите, ничего нового нет. Не захотели они ничего добавлять, что это тоже харит, что они просто нифига не хотят делать. Ну, хоть добавили акцию. Кстати, давайте посмотрим, что там, может, что-то по акциям поменялось новое есть. К сожалению, нет. Пятница. Черная пятница у них, как обычно, на удивление, проходит без акций, без всяких этих. Ну, добавили здесь за вход. А тут, к сожалению, все как и было.
А вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.